Всем привет, ты на канале Isakin Review, меня зовут Сергей. Я подобрал для вас 5 внешних аккумуляторов с AliExpress. Видео не является обзором этих товаров. Оно создано в целях показать интересные вещи на основе отзывов на AliExpress. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Прежде чем начнется ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! Не знаете, с чего начать? Боитесь сделать первый шаг к созданию канала? Или ваш канал не растет? Наш курс поможет вам не только выбрать идею и создать канал, но и научит вас правильно оптимизировать видео и найти вашу целевую аудиторию. Курс состоит из 10 основных глав, в которых раскрыты секреты правильной SEO-оптимизации, плюс несколько обучающих материалов создания обложки, выбор программного обеспечения для монтажа и не только. Доступный YouTube доступен для вас! Ссылка на курс в описании. Модель выполнена в приятном черно-белом цвете и имеет мощность объемом в 20 000 мА. Может заряжаться от всех портов, расположенных на верхней части корпуса. Кстати, USB здесь две штуки, но с разным напряжением в 1 и 2 ампера. На передней панели есть цифровой дисплей с процентным показателем заряда. При заявленной характеристике при нагрузке в 2 ампера он выдает всего 1,83, а при 1 ампере 0,98. Данные результаты нельзя назвать очень положительными, но за свою цену устройство по отзывам покупателей выглядит достойно. Главным плюсом Powerbank Abositor в сравнении с другими представленными моделями является функциональность. Устройство оснащено технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Сегодня это максимум, который могут дать портативные аккумуляторы с AliExpress. Оборудовано дисплеем, но он показывает не только оставшийся уровень заряда в процентах, но и текущий статус и режим работы девайса. В остальном эта модель мало отличается от конкурентов. Минималистичный дизайн, 2 USB-выхода, позволяющие одновременно подзаряжать несколько гаджетов, и почти полкилограмма веса. Материал корпуса приятен на ощупь и в целом выглядит весьма презентабельно. В этом магазине есть и другие компактные аккумуляторы, но эта модель стала абсолютным хитом продаж на AliExpress. Этот пауэрбанк настолько маленький, что его легко спутать с губной помадой или флаконом духов. Сходство усиливается благодаря цилиндрической форме устройства. В высоту оно достигает 91 мм, а диаметр корпуса 25 мм. Вес изделия не превышает 80 грамм. В ассортименте продавца есть внешние аккумуляторы черного и белого цвета. Каждый из них поставляется в комплекте с фирменной коробкой и кабелем длиной 15 сантиметров. Емкость пауэрбанка 3350 мА. Его хватает на полторы зарядки смартфона. Эту модель особенно часто заказывают для детей. У него прочный корпус, защищен от влаги и механических повреждений. Устройство подходит не только для телефона. Его вполне можно использовать для планшета, камеры, MP3-плеера или портативной колонки. Есть только один нюанс. Пауэрбанк лучше не использовать при минусовой температуре. Пауэрбанку от Flowmi удалось стать одной из самых популярных моделей на AliExpress. Покупателям нравится его оформление. Корпус с зеркальным покрытием и ЖК-дисплеем выглядит солидно. Есть три цвета. Весит аккумулятор не более 250 грамм. Его размеры 80 на 80 на 23 мм. Главное преимущество устройства – оно выпускается в двух версиях с емкостью 10 000 и 20 000 мА. Благодаря этому можно выбрать идеальный вариант – для смартфона, камеры, планшета и так далее. Здесь предусмотрено два гнезда для одновременного подключения гаджетов. Также есть встроенный светодиодный фонарик. В отзывах хвалят Flowmi за стильный дизайн и отличную защиту от повреждений. Продавец уделяет особое внимание упаковке товара. Поверхность корпуса пауэрбанка заклеена пленкой. Аккумулятор качественно сделан. По ощущениям кажется тяжелым, хотя в сумке он занимает минимум места. Главный недостаток модели – емкость 20 000 мА. Показалась покупателям завышенной. Стильный пауэрбанк на 10 000 мА. Он выпускается в трех цветах – черный, зеленый, белый. Есть версии с светодиодной подсветкой и без нее. Размеры внешнего аккумулятора – 97 на 65 на 24 мм. Его вес составляет примерно 185 грамм. Поверхность изделия обшита эко-кожей, мягкая и приятная на ощупь. Производитель утверждает, что емкости пауэрбанка хватит на 2-3 зарядки. На корпусе устройства находятся разъемы micro-USB и USB Type-C. Подходит для смартфона, дрона, камеры или планшета.
Здесь предусмотрена быстрая зарядка, но только для некоторых моделей. В отзывах пишут, что реальная емкость аккумулятора составляет 8300 мА. Это неплохой показатель, сравнительно с другими моделями на AliExpress. Powerbank справляется с одновременным подключением двух гаджетов. Для быстрой зарядки рекомендуется использовать качественный кабель. Комплект не подойдет. Покупателей разочаровал только LED-дисплей. Цифры плохо видно. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, тогда ролики будут выходить чаще. Всем пока!